«Я так долго тебя выбирал, а ты меня ругаешь». Именно так сказал маленький ребенок своей маме, когда она поругала его за сломанную игрушку. И это чья-то реальная история. История из комментариев. Давайте смотреть на непридуманные случаи, которыми зрители нашего канала поделились в комментариях под выпуском «Ваши дети помнят прошлые жизни». Поверьте, во время просмотра этого выпуска мурашки по коже будут бегать у вас, скорее всего, не один раз. Ведь писать ради развлечения какую-то несуществующую выдумку на тему собственных детей и своей судьбы нет никакого смысла. Тем более в современном ритме жизни, когда информационный поток просто не оставляет нам времени задуматься над чем-то или вспомнить что-то важное. Так что всем, кто поделился по велению души этими своими паранормальными случаями, явно незачем врать. И если после просмотра у вас появится желание изложить и свой необычный опыт, мы будем только рады. По традиции, самые уникальные случаи в конце выпуска. Итак, поехали. Моя дочь, когда научилась говорить, сказала: «Пап, я так долго и с нетерпением ждала вас». Дочку видел во сне до рождения. Разговаривали. Вот как видел, так и есть. Запомнил ее лицо во сне. Жена еще не была беременна. Я знал, какого числа, какого месяца родится дочь. Многие дети рассказывают про то, как они были большие. Просто взрослые не слушают и не верят. У меня воспоминаний подобных не было, но еще в детстве сестренка маленькая говорила так. И мне интересно стало. Так все складно рассказывала в 4 года. И всегда одно и то же. Когда она была большая тетя, у нее муж был и детей двое. Потом она с мужем ругалась, подрались они, и она убежала в лес. Там залезла на дерево, породилась и стала маленькой. Смеялись, спрашивали, как ты породилась? Она говорит: «Зима же была, а я раздетая в платье только. Замерзла и уснула. Вот так и родилась уже у нашей мамы». Конечно, фантазиями считали все, не прислушивались толком. Я сына особо не слушала, пока про роддом говорить не начал. Тогда уже, конечно, задумалась. Не мог он таких подробностей знать, я никому не говорила. Например, что акушерка пела, когда роды принимала. А он слова даже у песни сказал, которую она напевала. «Поющая акушерка, это ж нарочно не придумаешь». Я об этом молчала, пока сын не рассказал всем. А вот моя история. Не помню возраст, но совсем маленький был. Я помнил костер и девушку с прямыми рыжими волосами. Я это всю жизнь помнил. Но по мере взросления думал, что просто увидел нечто похожее в фильме или нечто подобное. И вот, когда мне было уже 22, я пришел на новую работу и увидел ее. Вы не поверите, но реально как током ударило. Она. Та. Из прошлых воспоминаний. Спустя год мы стали встречаться и жить вместе. Эпизод со встречей забывался. Но в какой-то момент мне стал сниться сон. Она на костре. Молчит и смотрит на меня. У меня внутри сердце разрывается, но внешне я не показываю вида. Однажды я ее спросил, не помнит ли она чего-то типа прошлой жизни. Она в ответ спросила, не той ли, в которой я ее сжег, и добавила, что ей это с детства снится. На попытку узнать больше, взорвалась и сказала, что не хочет об этом говорить. После вспоминал моменты до разговора. Например, у меня запутались волосы, я ношу длинные. Я немного раздражался, пытаясь их расчесать. Она подошла, помогла и сказала, что я и раньше не мог за волосами ухаживать. И в целом часто сравнивала что-то с чем-то из некоего раньше. Несмотря на то, что она была умной и точно была в своем уме, в ней было всегда что-то странное, как будто ее тянет бремя того, что знает только она. И это не только мои наблюдения. Спустя год с небольшим мы расстались. И расстались тяжело, но я каждый раз чувствовал, когда с ней случалось что-то не очень хорошее. Звонил общему другу, спрашивал, случилось ли что, и ни разу не ошибся. После она часто стала мне сниться. И во сне она просто приходила, обнимала, а я говорил что-то типа того, что у нас снова ничего не получится. И на следующий день узнавал от общей знакомой, что бывшая плакалась в жилетку, что хотела бы все вернуть, но знает, что будет только хуже. Сейчас я давно женат, жену очень люблю, но все равно чувствую какую-то отдаленную связь с тем человеком. Немножко не по теме. Когда я была в первом классе, один мальчик из 10 класса рассказывал, что в будущем будут менять люди пол, что читать будем по маленькому телевизору в руках и что в этом телевизоре будет очень много книжек, что телевизоры будут у каждого человека. Это было в 1967 году, 53 года назад. Охотно верю во все это. Чувствую покойников.
И могилы тоже, пустые или с присутствием хозяев. Разговариваю на кладбищах с портретами. Меня всю жизнь пугает вся моя жизнь. Я научился преодолевать страхи. И даже страх пойти ночью на кладбище. И даже закончил мединститут. А от одной мысли зайти в морг, я бледнел и иногда терял сознание. Но однажды, проходя по пустому и темному длинному коридору анатомического корпуса, будучи студентом первого курса, я краем глаза заметил в приоткрытую дверь препарат в виде жмура, вымоченного в формалине и готового к разделке. И с бешено колотящимся сердцем я вошел в кабинет, закрыл дверь за собой с намерением раз и навсегда покончить со своим страхом, сделавшим бы невозможным мое дальнейшее обучение. Жмур под простыней белой казался мне живым. Я откинул простынку от его лица и от ужаса едва не перестал дышать. Лицо было солидного деда, лет 65. Он как будто бы спал. И я спросил у него разрешения на его изучение, так как велит мне программа. На что он ответил, дословно не помню, но спокойно, без нервов. Типа, сынок, не ссы, делай свое дело, я тебе разрешаю. Что ж поделать, если ты выбрал такую профессию? После чего я кивнул, снова закрыл его лицо простынкой и тихо вышел, закрыв дверь. Страх перед жмурами был побежден. Инициация состоялась. 30 лет прошло, но этот эпизод не забыть. Сказать, что я стал бесстрашным, нельзя, но контролировать страх я научился. И покойники, они разные. Одни выглядят как пустые скафандры, что, наверное, неплохо, ибо, как мне кажется, их души покинули и ушли в свои миры. А вот другие, больше молодые, выглядят как уснувшие, и одни спокойно разговаривают, а другие кричат и жалуются, что в ужасе от того, что с ними произошло. Еще иногда я чувствую будущего покойника. Не всегда. Однажды зашел к бывшему шефу с пузырем, поговорил, а сам смотрю на него и вижу, что он как будто на автопилоте, а его самого уже здесь нет. Только тело. И жесты неестественные, а будто бы он марионетка. На выходе зашел к его заму с советом присмотреть за шефом, а то что-то здоровье его не очень, на что получил категоричный ответ, что типа все хорошо. А примерно через полгода звоню ему с днем рождения поздравить. А его сын отвечает, что папа накануне умер ночью в клинике от желудочного кровотечения. Не знаю, кто как, но я была в шоке, когда сын в 3 года в подробностях рассказал, как родился. Вплоть до того, что врачи говорили, слово в слово. Потом рассказал, как с роддома выписывались мы с ним, какого цвета машина, что сломались по дороге, а он испугался. О чем он думал тогда? А заодно и о том, что раньше он был большой, толстый и лысый дядя. У него была жена и 3 детей. Ездил он на огромной машине, говорит, важные грузы возил. Ехал он, и вдруг больно стало в груди. Потом очень яркий свет, и все. Он стал маленьким. Лежал на столе и смотрел на меня, и понимал, что я его мама. А еще позже рассказал, что помнит, что когда умер и попал наверх, как он и его сестра сверху смотрели на нас и спорили, кто первый родится. Она хотела вперед, и он ее пропустил. Говорит, устал ждать потом, когда же уже он родится. Наблюдал за нами. Много моментов рассказал еще о том времени, когда он еще не родился, и о которых мы и сами не особо и помнили уже. Даже как мебель стояла тогда, в точности описал. И кто в чем одет был. У них с сестрой 7 лет разница. Ему сейчас 11 лет, и он уже этого не помнит. А вот мы очень хорошо помним его рассказы. Потому что жутко было слушать это, хоть и интересно. Очень точно и ярко говорил обо всем, как будто правда рядом с нами был. Просто мы его не видели. А еще сказал, что говорил он на другом языке, когда был взрослым. А он и правда заговорил сначала на английском. Я заметила это только потому, что английский учила в школе и помню его. А так бы не обратила внимания на детский лепет. А к 3 годам уже только по-русски говорил. А когда рассказал все это, тогда я задумалась, что неспроста, видимо, английские слова проскакивали у него, а порой и предложения. Никогда в подобное не верила, а теперь не знаю, что и думать. Кому расскажи, не поверит никто. Мне уже 56 лет. Я помню момент рождения и понимание того, что мне придется здесь жить. Это был испуг. Я хотел вернуться, но одновременно понимал, что этого уже не произойдет. Я понял это как большую тюрьму, из которой не выбраться. И выход только один – прожить здесь жизнь, чтобы вернуться домой. В детстве часто снился сон, как лечу на грузовике в пропасть, и момент соприкосновения с землей все время просыпался с плачем и страхом.
В 1980 году пришел в автобазу к своему дяде. Он работал слесарем. В одном из боксов мужики сняли двигатель с грузовика. Я им рассказал, что надо с ним делать. Ну там, головку снять, коленвал отдать на расточку и блок. В общем, все по ремонту. Они слушали меня внимательно и спросили, откуда я это знаю. Я ответил, что много раз это делал. Они спрашивают, а когда делал-то? И тут меня накрыло. Я учусь в 8 классе, как им объяснить, когда я это делал? Развернулся и ушел. Надо отдать им должное, они не смеялись. Я потом анализировал, как память прошлой жизни выходит не по плану, не по желанию, а внезапно. Такие дела в нашей жизни. Моего брата убили, когда мне было 8 лет. Ударили ножом в висок. Он знал, что умрет. Он уничтожил до этого все свои записи, дневники и сказал, что пришло время начать новую жизнь. Прошло много лет, я вышла замуж, но детей не было. Одна бабушка сказала, что могила брата слишком активна, и как только мы уберем фото с памятника, у меня появится сын. Так и произошло. У меня родился сын. Копия мой брат с абсолютно белым локоном на виске. Он уже взрослый, белый локон остался, и он зовет свою бабушку мамой, а меня Светой. Хотя я ему мама. Парадокс. Как-то рассматривали фотографии достопримечательностей городов с сыном. Ему 3,5 года было. Разговаривать он начал рано, в 1 год 8 месяцев. Увидев фото Москвы с Кремлем, он нам с женой четко заявил, что мы его забыли в этом городе в троллейбусе. И затем он долго ездил с кондуктором по маршруту, надеясь, что мы его заберем. А потом его передали милиционеру. Дальше он не помнит. Мы посмеялись с женой, сказали, что это ему, наверное, приснилось, что он никогда не был в Москве. Ведь мы живем на Урале. Но он продолжал настаивать на своем. Я тогда попросил его описать троллейбус и людей. Он описал троллейбус по форме, напоминающей буханку хлеба. Кондуктора в длинном темном пальто, обмотанную в шаль, и милиционера в шинели с широкой белой портупеей и смешных штанах, как уши у чебурашки, заправленных в высокие сапоги. Я понял, что это галифе. По всем описаниям напоминало 50-е, начало 60-х годов. Эту историю он нам и нашим друзьям затем повторял лет до 5. Сейчас ему 16. На мои вопросы, помнишь ли ты эту историю, сын отвечает, что уже нет. Но в глубине души до сих пор боится, что родители его могут оставить. Помню, что в свой 5-й день рождения я лежала на диване, ожидая родителей с работы, смотрела в потолок и думала, вот 5 лет уже потрачено. На что? На ерунду. Спросил у сына 5 лет. Что такое душа? Это мир моей внутренней сути. У моей истории тоже была ситуация, которую я объяснить не могу. Мой папа умер 25 лет назад. На стене висит фото, где папочка с моим братиком присели на корточки и смотрят на траву. Такая светлая фотография, черно-белая, но все равно видно, как блики солнца запутались в кудряшках папы и братика. У меня родился сынок, и когда подрос, 3 года, встал перед этой фотокарточкой, как вкопанный, и говорит: «Мама, это я. Мы разглядывали кузнечика, но этот маленький потом испугался и расплакался». А я его успокаивал и начал качать на руках. Я говорю: «Подожди, кто ты на этом фото?» Он говорит: «Вот этот взрослый». И показывает на моего папу. Я была в таком шоке, ведь сама была в том далеком прошлом и стояла рядом с ними, но в кадр не попала. И папа действительно тогда поднял братика, когда тот заплакал, испугавшись кузнечика, и начал качать на руках. Сейчас сыну 12 лет, и он до сих пор утверждает, что это он. До этого видео думал, что я один такой. Но оказалось, нет. Надеюсь, не нужно объяснять, что такое родимое пятно у человека. Если не научно, то это отпечаток от насильственной смерти. Так вот, у меня на шее характерный ромбовидный отпечаток имеется. Мне сейчас 30, но когда мне было лет 12, в голове вертелось имя Алексей, а имя у меня Валентин. В возрасте 17 начал замечать, что в книгах ищу фамилию Семцов, а уже в 27 лет ездил по работе в Питер и появилась оказия зайти в музей. Увидел там экспонат, как сейчас помню, жетон смерти царской России. Обычная капсула и бумажка снизу лежит с надписью «Семцов Алексей». А в 28 смог узнать, что я погиб, защищая Порт-Артур в ноябре 1904 года. Убили ударом в основание шеи штыком. А я в прошлой жизни жила в Москве, в районе Старый Арбат.
раньше помнила даже адрес. Меня звали Ритой. У меня была только мама. Это было где-то в 50-60-е годы. Я тогда вела разгульный образ жизни. Была совсем другой, светловолосой и грудастой. Помню, как страдала моя мать. Просила меня, 19-летнюю: «Рита, пойдем домой». Помню, как я психовала и уходила с каким-то мужиком. Помню ее худое и изможденное лицо. Помню, как материлась, помню даже жуткое похмелье. Потом я познакомилась с криминальным мужчиной, и он купил дачу, где мы жили. Очень даже неплохо. Последнее, что помню, иду на дачу, поворачиваю переулками, на улице золотая осень, и я вся такая модно одетая столичная штучка. Внезапно слышу выстрел. Резкая боль в области груди, такое ясное и большое небо вдруг закружилось и стало таким маленьким. Когда мне исполнилось 2 года, очень просила родителей приехать в город, где красная дорога и башня со звездой. Папа спросил, откуда я знаю про этот город. Телевизора у нас тогда не было. Я сказала, что я там жила, когда была Ритой, и что там осталась другая мама, которая очень плачет. Говорила, что я была очень плохой дочерью, мне нужно извиниться и сказать, что у меня все хорошо. Папа очень сильно смеялся, а мама обиделась. Я думал, что такое редкость. Как-то даже оставлял здесь свою историю в комментариях. Но, видимо, это еще передается по наследству. Моему сыну в июле 4 года. Лет с 3 он твердит, что когда моя старшая дочь Соня была маленькая, его сестра, то он был большим и сильным, и он ее держал на руках. Сын родился в 16 году, а в 13 умер мой отец на операции. Кстати, сына я назвал в его честь Алексеем. Я спрашиваю его, а где жил? В городе Брянске. А как тебя звали? Алексеем. Хотя дома его зовем Алешей. Показываю ему самоходку, «Гвоздика» называется. Как раз мой отец был артиллеристом, подполковник. Спрашиваю, что это? Отвечает, «Гвоздика». Я говорю, какая же это гвоздика? Гвоздика – это цветок. А он говорит, нет, гвоздика – это такой танк. Я тут и обомлел. Начинаю дальше проверять. Не реагирует. Фотки отца показываю. Не знает, кто это. Сегодня выдал, что когда он был раньше большим, я был маленьким. Он работал, у него были детки. Вот такая история. Я всегда помнила свое рождение и младенчество. В 13 лет во время грозы в меня ударила молния. И я стала вспоминать то, что может показаться невероятным. Воспоминания отрывочные, но довольно подробные. Я вспомнила свои предыдущие 4 жизни. Сейчас я проживаю 5-ю. Правильнее сказать, я помню окончание каждой жизни и причины, которые к этому привели. Есть еще короткие воспоминания между 4-й и 5-й жизнью. Очень хорошо помню, как я твердила, чтобы не забыть. Делай только добро. Сыну было 5-6 лет. Как-то во сне он вдруг заговорил на неизвестном нам языке. Длилось это 3 минуты, и речь была явно осмысленная. Играли на ковре с племянником. Ему 4-5. Он спрашивает, где твой сынок? Я отвечаю, что нет у меня сынка, только 2 дочки, он ведь знает. Он говорит, да, но был еще мальчик, совсем маленький. Он видит, но не может понять, куда он делся. У меня ступор. Перед младшей дочерью у меня были преждевременные роды в 5 месяцев. Мальчик. Когда мне было 4 года, я приставал к маме с вопросом, желая получить подтверждение внутреннего знания. Был бы я другим, если бы родился в другом теле у других родителей? Мама отвечала, конечно, совершенно другим. А я ей говорил, что она ошибается. Я был бы тем же вечным и неизменным. Потом, много позже, когда был подростком, мне приснился сон. Он был очень особенным. Это было скорее воспоминание, причем жутко знакомое, до боли, до дрожи внутри. Я был пилотом космического корабля. Доставлял грузы с одной планеты на другую, используя сверхмощную систему перемещения, значительно превосходящую скорость света. Мне очень нравилась эта работа. Она давала возможность быть наедине с собой, изучать космос, любоваться невиданными галактиками и звездными скоплениями. Корабль был однопилотный, полностью оборудован так, чтобы управлять им было легко и просто. Затем я помнил, как покидал огромную зеленую обитаемую планету. Все было хорошо. Вначале. Но затем, во время прыжка в пространство, случился катастрофический сбой системы перемещения, и меня выбросило за пределы Вселенной.
Я стоял перед огромным смотровым окном и видел огромный универсум со стороны. Он был очень большой, состоял из множества светящихся нитей, которые между собой не пересекались. Они напоминали лепестки фантастического цветка. Затем я умер. Моими последними словами были: «Как хорошо было здесь потеряться, ради того, чтобы увидеть розу мира». Все это было еще при Советском Союзе, и никаких фантастических фильмов подобной тематики я не видел, как и книжек с чем-то подобным не читал. Если поверить в то, что это было воспоминание, тогда становится понятным, почему мне так нравились с очень раннего детства книги про космос и почему мне всегда нравилось быть в одиночестве. То, что мы живем не одну жизнь, я знала с детства, но выросшая в СССР считала свои догадки глупостью. Когда об этом стали говорить открыто, у меня уже было трое детей. Из них никто не говорил о прошлых жизнях. Но зная, что дети все-таки помнят, спросила у младшего. Ему было уже 9 лет. «Ты же знаешь, что мы живем не одну жизнь. И как, по-твоему, почему мы не помним предыдущие?» Ответ был гениальным. «Конечно, мама, не одну. Но если бы нам не стирали память, мы бы ломались от информации. Ведь и компьютер чистит от ненужных файлов». Мне снился до 5 лет один и тот же сон, которого я боялся. Меня убили на сцене, когда я танцевал. И моей матушке рассказал, как я родился. Она мне сказала: «Замолчи, а то у меня волосы на голове шевелиться начинают. А еще я могу танцевать любой танец, подхватив на лету». Моему внуку на данный момент 14 лет. Когда ему было 3 года, мы с ним лежали на кровати, укладывала его спать. Уже в дремоте мне выдал: «Бабуля, я горел в танке, потом выбрался и упал лицом в речку. Так и умер. Но я был хорошим танкистом». И уснул. Его мама, моя дочь, была в областном центре на учебе. Я ей позвонила и все рассказала. Она просто посмеялась. Но через неделю она попросила привести внука к ней, так как учеба закончилась, и она хотела провести с ним день в парке. Когда катала его на детской карусели, достаточно высоко над землей, по остановке он взялся за перила и лихо сиганул на землю. Женщина-контролер очень испугалась, а он ей сказал: «Не пугайтесь, я же был военным». Но самая интересная история случилась, когда они пошли через мост над железной дорогой, который был построен всего 2 года назад. Его слова: «Раньше этого моста не было, был только тот, что у вокзала». И, перейдя мост, он бросился бежать по тротуару вдоль низкого здания барачного типа со словами: «Мама, а библиотека тут так и стоит». Когда дочь подошла к этому зданию, там была вывеска: «Городская библиотека». В течение месяца он твердил, что был военный, а потом не стал вспоминать. Сейчас у него спрашиваю, а он говорит, что «я шучу». Дело было в Петропавловске, в Северном Казахстане. Мне батя сказал, что в 3 года я рассказал, как упал на вертолете в зимнюю тайгу. Все погибли, кроме меня. Раненый очень долго шел по тайге. Потом сел под дерево, уснул и больше не проснулся. Вот так вот. Пытался найти какую-нибудь подходящую по времени катастрофу, но их очень много. Мой малыш в первый месяц своей жизни почти все время спал. С трудом будила, чтобы покормить. Я часто заходила в комнату и смотрела, как он спит. Глядя на его лицо, можно было подумать, что он что-то смотрит в ускоренном режиме. На лице выражались все эмоции, какие только есть. Он и улыбался, и плакал, и хмурился. Одна эмоция сменяла другую очень быстро. Один раз я даже испугалась, когда услышала от него хохот взрослым мужским голосом. Это все длилось ровно месяц. Как только ему исполнился месяц, на следующий день все прекратилось. Его сон стал спокойным и менее продолжительным. Он больше начал общаться с окружающим миром. А в 3 года он как-то рассказал, что раньше он жил в лесу, где не было зимы и водились обезьяны. И что его зажарили на костре и съели. «Но ты, — говорит мама, — не переживай, мне уже не было больно». У меня шрам с рождения в области груди. В возрасте 2-3 лет родители в шутку спрашивали, откуда он у меня. А я отвечал, что в меня стреляли, вот он и остался. И сильно нервничал. Также четко помню раннее детство, где мы жили с родителями, когда я родился, как на четвереньках ползал и как мать кормила меня грудью. Когда повзрослел, разговаривал с мамой на эту тему, она в шоке. Говорит, что мне тогда было 8 месяцев, а истории эти начал рассказывать чуть позже. По скриптум. Никогда в жизни ничего не комментировал на ютубе, а тут не сдержался. Очень приятный выпуск. Спасибо вам.
Теперь, после просмотра всего этого, каждый из вас может подвести свой личный итог. Кто-то изменит свое отношение к реинкарнации, кто-то внезапно вспомнит что-то из своей жизни, на что как будто бы уже перестал обращать внимание и давно забыл. Кто-то будет внимательнее присматриваться к своим детям, когда они начинают озвучивать совсем недетские вещи. Кто-то после просмотра позвонит родителям. Ну а кто-то просто посчитает все это ложными воспоминаниями, массовым помешательством или банальной выдумкой, которую настрочили от безделья в комментариях под нашими выпусками скучающие жители Ютуба. Отблагодарите это видео оценкой и добро пожаловать в читальный зал с комментариями под этим и предыдущими выпусками на эту тему. Ведь какие-то из этих персональных откровений будут лично для вас даже интереснее, чем сам ролик. И, как написал один из вас, не бойтесь умирать, бойтесь прожить пустую и неосознанную жизнь. До встречи на Крамоле. В этом и в следующих воплощениях.